друзья. Я сегодня в Лайм. Лайм, мне кажется, я уже не была с начала весны, а уже лето. Посмотрим вообще, что здесь летнего появилось. И на самом деле летнего очень много. Смотрите, что первым делом я увидела. Самые модные, актуальные вот эти наши балеточки с перепоночками стоят 7000 рублей. Леопардовые такие мигули нашла, они, знаете, меховые, стоят 14000 рублей. Да, они дешево, конечно, скажем. И еще рядышком у нас черные лаковые, но они, смотрите, не с острым носочком, а с таким вот туповатеньким. И стоят уже подешевле на 2000, 12000 рублей. А зимой прошлого года я купила себе просто вот, чтобы была вот такая же штучка, балерошка, как она здесь позиционируется, только розового. Розового вот она тоже есть, а теперь еще появилась голубая. Но знаете, зимой их разобрали в один момент, стоит 11000 рублей сейчас. Тогда тоже, мне кажется, 10 стоило. Вот. Розовых очень много, так что если вам еще актуально впереди у нас выпускной, надо приезжать. И я думаю, как раз из-за того, что впереди череда таких выпускных, появились всякие разные пайеточки. Вот здесь такой у нас блейзер укороченный из пайеток, и к нему идут шорты. Плюс рядышком у нас идет длинное в пол платье тоже из пайеток. На выпускной будет очень красиво. И спереди такой вот какой-то небольшой орнамент, рисунок. Кстати, очень доступная цена, 8000 рублей, ну, не прям не очень доступная, но доступная для пайеток. Бархатное такое мини-платье, ну, смотрите, у нас и бархат, и атлас, прям оно будет очень-очень мини, но на выпускном или на празднике, знаете, каком-то, может быть, свадебный сезон сейчас все-таки тоже открывается, ну, не открывается, но он просто больше становится. Так, бесценно. 7600. Милые такие чепчики за 1800, серебряный и черный. Еще есть вот такой вариант из крупных пайеток, но они не переливаются. Это такой же, как чешуя русалки. Я думаю, это больше такая отпускная тематика, нежели пойти на праздник. Прям такая сетка, а на ней чешуя. Вверх у нас стоит 6. Посмотрим, сколько стоит кубочка. Юбочка тоже стоит 6. Очень много красивых платьев на всякие романтичные прогулки или свидания. Вот в таком рубашечном стиле у нас. Но она, смотрите, из кучи валанов. Очень красивый такой приятный цвет, сиренево-бежевый. Вот это очень красивое платье, оно сзади будет удлиненное, и тоже здесь у нас форму держит внизу вот такие вот широкие резинки, то есть оно будет у вас немножечко объемное. За 7000 рублей есть, смотрите, вот этот модный цвет сливочного масла, и тут написано, что идет добавление льна. Еще есть также в розовом цвете, оно тоже очень мини, и рукавчики такие, фонарики. Приятно. 6000 рублей. Вот это вот красивое тоже платье в стиле лайм, как обычно, вот с таким воротником. То есть это, знаете, такая вещица на любителя, но красивая такая девчачья, прям вот гулять по летнему городу, на пикничок. Красивая блузка за 6000 рублей, и она такая прям легкая-легкая, воздушная, с вырезанными такими цветами, листьями, прям супер. С голубыми шортами, вот как здесь составили, тоже такой прям романтичный, легкий образ получается. Появились сумочки побольше, такие вот на работу, наверное, ходить удобно сюда. И ноутбук положить, может быть, конечно, сумка не состегнется, но по такому вот диаметру влезет. Красивые комбинезоны, такого цвета джинсы и просто белый хлопковый. Теннисная тематика лайм, конечно, тоже не обошла. Много разных платьев, маечек, всяких разных свитшотов. Но на ощупь, знаете, это будет как полотенце. Приятно, наверное, в нем ходить.
Ну, много. Вот смотрите, здесь все продолжается. Вот этот рейл с такой вот тематикой теннис, тенис-кор. Вот эти вот комплекты выглядят очень стильно. Они тоже у нас с добавлением льна. И смотрите, здесь такие ракушки есть разные. И вышивка, и какая-то ниточка пущена. То есть очень красиво. По цене 7000. Еще к нему есть брючки. Тоже 7. Мне кажется, в отпуск вообще просто супер. 11000 рублей, вот такое тоже мини-платье, опять же, со всякими разными, знаете, камушками, ракушками, вышивками. А рядышком у нас вот такой приятный сет, тоже костюмчик, но уже не черно-белый, а розово такой коралловый. И здесь у нас без вышивки, просто принт. Вверх тоже 7, низ тоже 7. За 7000 рублей вот такое вот прекрасное платье, просто длинные макси-макси. Люблю вообще вот такие вот трикотажные платья на лето. И тем более, оно, видите, такое воздушное. Но опять же, то есть здесь у нас нет у нас подкладки, то есть нужно будет что-то придумывать аккуратненькое. Какие-то золотые штучки тоже разные. Стоит вот эта вот золотая, даже не знаю, как сказать, накидка 6000 рублей. И к ней еще идет такая вот прозрачная юбочка. Что у нас там по юбочке? Тоже 6. Обнаружена вот такая вот модная джинсовка с жемчугом. У меня всегда вопрос, как это все, конечно, стирать. В химчистку это не наносишь, но выглядит стильно. Еще один такой золотой комплект. Здесь у нас, смотрите, будет красивый очень топ, который можно будет на вечер куда-нибудь в ресторан летом одеть. И к нему, к этому топу идет юбка. И, кстати, что здорово, здесь юбка на подкладке. На коротенькой, но все равно. То есть не так будет проблематично придумать, что же надеть под юбку. Так, топ у нас стоит 3, а юбка 5. Такой смешной кардиган, прям просто вообще какая-то нежнятина. 8000 рублей, и он стоит своих денег. Прям красота невероятная. С денимом, с джинсами, как и с белыми, так и с голубыми, будет просто супер. А еще обнаружила такую приятную блузку. Она стоит 5000 рублей. Видите, она немножечко такая отливает сатином, но это не совсем сатин, такая, мне кажется, смесь. Выглядит здорово. Помните, был пиджак такой из твида, теперь появилась из денима тоже такая рубашка и к ней шортики. Нарядно, наверное. В мужском отделе тоже много разных каких-то приятностей, красивых таких и трикотажных, и хлопковых. Знаете, мне кажется, в этом платье на какую-то цветочную фею похоже, потому что она вот такую вот держащую форму. Тут у нас 3 слоя, юбочки, бантик такой деликатный. Ну, оно очень коротенькое, правда. Милота милейшая. И принц, смотрите, какой потрясающий. Прям какая-то история. Птички, кусики. Максимально интересное платье, оно сзади будет удлиненное, видите, прям такое, и тоже держит форму, то есть вот здесь вот какие-то, не знаю, про такие вот ленты пущены, как резинка, прорезиненные, да, то есть они, знаете, получаются за счет этого такой вот объемный фасон. Примерки самое простое платье, но оно очень классно сидит. Тут, смотрите, двойная такая резинка, то есть она под грудью и на талии. И очень приятный такой вот этот модный цвет сливочного масла. Ну, опять же, все у нас это мини, но здесь все приятно. Это, мне кажется, лен с чем-то. Потому что те платья цветочные, они синтетические. Захотела скоро за город поехать. И
еще был обнаружен вот такой приятный корсет. Но это, знаете, без помощи, конечно, не надеть на себя. Поэтому я просто вот хочу показать, он классный. Тут у меня тут мой топ. Он классный и тут с такими, видите, приятными такими валами. Наверное, знаете, с какой-то белой юбочкой или со штанишками белыми тоже будет очень красиво. Не тоже, а в принципе красиво. Лучше, чем с денимом. Нашла такой приятный лонг. Он, видите, такой фактурный, с маленькой-маленькой волной и удлиненными рукавами. Прям просто супер. Я обожаю длинные рукава. И юбка тоже классная, но она просвечивает, прям она в пол, прям максимально макси, но очень жалко, что она просвечивающая. Обнаружила такую красивую рубашку, на мне размер L, на самом деле я взяла XL, мне кажется, я всегда онлайн беру XL рубашки, чтобы они прям большие-большие, знаете, как курточки были. Очень приятный такой материал, и знаете, нет каких-то таких вот усложняющих элементов в виде рисунков или каких-то бахромы и прочих. Тут вот небольшая надпись и на спинке, но она так, знаете, сильно в глаза не бросается. Веселая такая блузка, она с добавлением льна, тут видите, смотрите, прям какая-то целая отпускная история, все отдыхают, и самой захотелось, знаете, в ней куда-нибудь пощилить в центральном парке городском, либо даже, знаете, купить комплект, потому что я со своими шортами, а еще есть к этому шорты, то есть можно собрать комплект и отправиться в круизное путешествие по Волге. Еще хочу сказать, что это на мне размер M, и видите, она достаточно такая, как бы, маленькая. Еще одно мини-платье в цветочном стиле, оно прям мини-мини. Здесь у нас такое красивое кружево выглядывает, воротничок приятный. И это стопроцентный хлопок, вроде как, если я не ошибаюсь, если что, могу ошибиться, прошу прощения. Он достаточно плотный хлопок, то есть, знаете, не просвечивающий, такой вот хрустящий. Но платье прям девчачье-девчачье. Хочется сюда лукошку. Симпатичный комбинезон, он такой немножечко бархатистый, но вот смотрите, это размер S. И он опять, ну точнее не опять, он почему-то вот велик, то есть как-то, не знаю, не угадать. Здесь что-то мало бывает, лайм что-то велико. Но очень приятно, знаете, что интересно, люди пытаются украсить ремни, даже на ремнях защиты. Он не очень длинный, то есть ноги закрывать целиком он не будет. Кармашечки не обманочка. Но на лето, наверное, и симпатично. Но вот размер прям, кажется, в большей мере. А если взять меньше, наверное, будут тогда ноги еще короче. Вот так вот. Леопардовая тематика все еще с нами. Нашла очень приятный, знаете, по тактильным таким ощущениям платье в белевом стиле. То есть оно вот на таких приятных тоненьких лямочках. Я взяла размер M, и смотрите, он прям тоже такой маломерочка. Платье миди, то есть оно не до конца пола. Такое вот прям на ходу.